М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Эй, вот и я. Привет, я Николя. Какое утро. Авторы сценария Рене Гассини и Жан-Жак Сэмпэ. Я почему-то и на урок. Я с друзьями бегу опять. Продюсеры Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Ванар, Лилиан Эш, Тапас Шакраварти. Озорниками, ведь я Николя. Обычный мальчик, я не люблю решать задачи. Композитор Александр Азария. Николя. Режиссер Арно Бурон. Привет, я Николя. Мел. Жифра, ты не мог бы сходить к мсье Дюбону за мелом? Но обычно ведь хожу я. Именно это всегда делаешь ты, Аньян. Итак, кто скажет, кто такой Карл Великий? Ура! Смотрите, что я взял, пока бульон не видел. Простой кусочек мела. Может, но у тебя такого нет. А зачем тебе он? Встретимся после уроков. У меня есть отличная идея. А можно мне? У меня идея. Шутишь? Это мой мел и моя идея. А, просто ты боишься, что я рисую лучше тебя. Да, не волнуйся, мы его не заберем. Да, верно. Дай мне мел, а то я тебе сейчас покажу. Эй, я попросил первым. Я тоже хочу. И я. Когда вы прекратите шуметь? Всем в укрытие. А? Банда хулиганов. Все в порядке, он за нами не пошел. А теперь отдай нам мел. Шутишь, Николя? Почему ты сердишься, Жифра? Он украл у бульона кусок мела. Я могла бы нарисовать твоим мелом отличные классики. Это было бы чудесно. О, с удовольствием отдам его тебе. Герой заслуживает награды. Смотрите, какой у меня кусок мела. Удалось его достать. Меня наказали на всю перемену, и я не упустил шанса. Мелкий воришка. Теперь я могу рисовать, что хочу. Может быть, меня даже поцелует Мария Движ. А теперь немного геометрии. Николя, иди к доске, нарисуй прямоугольный треугольник. Ай! Спасибо, можешь вернуться на место. Мою идею. Нет, это была моя идея. Кто из вас хочет нарисовать ромб? Я хочу. Меня вызовите. Вызовите меня. Меня. Я. Меня. Молодцы, ребята. Теперь вы можете делиться мелом. Шутишь? Вообще, мел надо заслужить. Требуется храбрость. Что за глупость? Ты просто трус. Повтори, пожалеешь! Что здесь за шум? 5 минут не можете побыть в тишине! Ну так я найду мел, и он будет намного лучше вашего. У меня будет цветной.
Я напишу вам домашнее задание на доске. Как странно, Мела нет. Удивительно. Если желаете, мадам, я схожу к месье. Не стоит, я нашла кусочек. Идея, я достану цветной. Мадам, мне нужно в туалет. Нужно было подумать об этом до урока. Дома я выпил много лимонада. Понятно, иди. Он собирается стянуть Мелу бульона. Не выйдет. Мадам, мне тоже нужно выйти. Хватит. Я не хочу, чтобы весь класс вместо урока гулял по школе. Подожди. Не вышло, Эд. Смотри, учись. Ой. Что с тобой такое, Руфус? У меня живот болит, мадам. Очень сильно. Ой. Чем таким вас кормили в столовой? Можно я его провожу? Да, Николя, проводи его. Тебе уже лучше? Конечно, Николя. Теперь я достану у бульона мел. Так не пойдет. Это моя идея. И тихо, а то нас заметят. Мы еще посмотрим, кто будет первым. Решил нас подождать? Тихо. Сейчас посмотрим, кто храбрее. Не ты, это точно. Альцест, что ты здесь делаешь? Учительница разрешила мне сходить в туалет. На будущее, туда стоит ходить на перемене. Теперь иди. Теперь наша очередь действовать. Дело за тобой. Ой. Что здесь происходит? У него сильно болит живот. Я веду его к медсестре. О, возвращайся в класс, я о нем позабочусь. Альцест, ты отвлек меня от важной работы. Меня прислала учительница. Ей нужны цветные мелки. Красный, синий, зеленый и фиолетовый. Увы, остался только белый мел. Вы уверены? Но должны же быть цветные мелки. Мы сегодня изучаем радугу. Послушай, возвращайся скорее в класс, а я принесу мел из кладовки. Я сам занесу его в класс, учительница. Когда бульон вернется с цветными мелками, они поймут, что я соврал. Меня накажут. И по делам. Думал, ты самый умный, а у тебя не вышло. Да, входите. Надеюсь, тебе лучше. Мне пришлось выпить ужасное лекарство. На вкус, как гнилая капуста. Капуста с беконом очень вкусна. Мне стало плохо, но я боялся, что тогда они дадут мне еще. Уверен, мне бы понравилось. Кстати, у меня идея. Ой! Альцест, что случилось? Мадам, мне плохо, мне так больно. В животе просто пожар. Наверное, съел что-то несвежее. О, нет, это невозможно. Я всегда слежу за тем, что ем. Можно я отведу его к медсестре? Вижу, вам всем сегодня охота погулять. Николя, ты его не проводишь? Разумеется! Скоро мне дадут сироп из капусты. Все еще не в классе? Альцесту плохо. Я веду его к медсестре. Отдай эти цветные мелки учительнице, а я отведу Альцеста к медсестре. Ну иди же, чего встал? Ну так все согласны, кто лучший? Не знаю,
Я тоже. Чтобы это решить, мы должны собраться все вместе. Верно, Альцест, Боли на Уклотера еще одно занятие, потому что он забыл домашнюю работу. Я лучшие ребята. У вас один кусочек белого, а у меня коробка цветных. И что? Значит, что теперь я главный. Не смешно. Ты главный среди нас, да? Ну уж нет. Оставь себе, глупые мелки. Ладно, забудьте. Сыграем в шарики. Я главный. Я решаю, что нам делать. Ну да. Хватит шуметь, тихо. Это же цветные мелки, которые вы недавно просили. Все вернитесь в класс и ждите директора. Вандализм, кража школьного имущества. Если так пойдет дальше, вы отправитесь в тюрьму. Чтобы этого не произошло сегодня, вы все наказаны. Все, кроме Аньяна. Он ведь не является частью этой банды хулиганов. Мне все равно, зато я попробовал то лекарство. Вы все тысячу раз напишете, я не должен красть мел. Кто посмел? Это не мы, мсье. Мы все были на перемене. Признаюсь, это я. Клотар, у тебя до конца твоей учебы в школе будут дополнительные занятия. Ладно, не грусти. Зато теперь все знают, как ты отлично умеешь рисовать. Да, ты настоящий король мела. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».